Всем привет! Вы на канале Bear Hunter. Сегодня будем сравнивать пробивную способность стрел от большого арбалета и от маленького арбалета. Но понимаете, тут как бы сравнение не очень. Видно? Видите, здесь как бы в маленькой стреле остренькая, а на большой стреле тупой наконечник. Но не беда. Игла у Bear Hunter, видите, откручивается. Видите? Точно такой же наконечник накрутим. Видите? Один в один. Видно? Не тыкай пальцем, так наводится. Видно? Вот. Но будем стрелять стрелой, которая уже в холодильник стреляла. А то в прошлый раз я стрелял, как бы, блин, ну, несправедливый. На маленьких стрелах острые наконечники, а на больших тупые. Значит, будем стрелять обычными спортивными, одинаковыми, совершенно одинаковыми тупыми наконечниками. Сначала начнем Doom Armageddon. Мощный большой арбалет. Взводим. Кстати говоря, видите, какую я тут штучку сделал? Но это я потом расскажу в следующих видео. Маленький апгрейдик сделал. Берем стрелу с этим наконечником. Вставляем. Сюда. И шмаляем в холодильник. Ух ты, блин. А 30 метров настроил, а тут нифига не вижу. Ну ладно. Куда стрельнем, туда стрельнем. И следующую стрелу будем стрелять. Это Doom Armageddon. А сейчас будем стрелять с Doom Mini. Заряжаем. 43 килограмма у обоих арбалетов. Что у маленького, что у большого. Берем точно такой же наконечник. Вставляем иглу в Doom Mini. И тоже рядом с той стрелой укладываем, чтобы было одинаковое сравнение. Теперь пойдемте посмотрим, какой же арбалет все-таки сильнее. 43 килограмма, напомню, у большого и у маленького. Одинаковая конструкция. Обратные плечи, что у того, что у этого. Пойдемте посмотрим. Так, сейчас сначала уложим, чтобы не грохнулся. А идем аккуратненько. Так, зафиксируйся здесь, я сейчас другие стрелы принесу. На стрелах. Так, видно все, да? Так, берем. Точно такая же стрела. Зашла вот настолько. Так, здесь точно такая же стрела. Слушайте, она пробила, но выскочила, отпружинила. Опять я куда-то не туда попал. Так, а ты у нас на сколько зашла? Ну, чтобы ровно было. Слушайте. Навелось? Лицо убрал. Одинаково. Что та, что эта стрела, что маленькая, что большая, 43 килограмма. Пробивная способность одинаковая. Так, ну, давайте холодильник откроем. Ну, посмотри туда. Старый дряхлый холодильник. Куда я попал? Так, этой стрелой. Эта стрела вот. Так, ничего тут не мешается, по идее. Видите, сквозного пробития не было. Покажи туда. Сквозного пробития не было. Закрывай. Закрываю. Так, пойдем опять сюда. Давай, ставь. Я люблю все снимать одним кадром. Поэтому без всяких обрезок, без всего, без монтажа. Давайте теперь острую стрелу засадим туда же. Для сравнения. Пойдем. Но должен вам сказать, разницы никакой. Подойдет сюда поближе. Проникновение, видите, на пол сантиметра где-то. Острый наконечник лучше зашел. Теперь вся проблема вытащить оттуда стрелы. Эту я вытащу, а вот тут
Вытащил. То есть не та стрела не пробила. Дай-ка посмотрю. А, насквозь не пробила. Покажи. Сюда вот. Видите? Все дырки новые, в старые я не попал. Пойдем туда. Резюмируем. Doom Mini тоже такое же проникновение, если одинаковые условия брать по наконечникам. Doom Mini ничем не отличается от Doom Armageddon в базовой версии. Если поставить сюда 200-килограммовые плечи, этот холодильник насквозь прошьется. Но, должен сказать, разница есть. Когда стреляешь из маленького, не то. Когда стреляешь из Армагеддона, это то же самое, это легковушка, а это премиум-класс. Классная штука. Стреляешь и кайфуешь. Спуск не чувствуешь. Ну, давайте сразу вот про эту штуку скажу. Здесь такие набалдажник большой стоял. Ну, зачем он нужен, когда 43 килограмма? Поэтому я, видите, тут маленький апгрейдик сделал. Латунный стержень вставил, и все, теперь можно одной рукой заряжать. А то этот большой, ну, здесь совершенно не нужен, по крайней мере мне. Если утяжеленные плечи поставить, тогда все нормально будет. Так, ну и самое главное, резюмирование. 43 килограмма, неважно какой арбалет, маленький или большой, проникновенная способность, вы сами видели, какая стрел. Что острая, ну острая чуть-чуть подальше проникает. Ну конечно, если тонкой стрелой из от агрегаторов выстрелить, она насквозь обе стенки прошьет. Стрела легкая все-таки. И поэтому прошивает насквозь все. Слушайте, я так думаю, наверное, одно из следующих видео будет, мы разные наконечники приделаем, только вот не знаю каким стрелом, поэтому пишите комментарий. Наконечники разные, охотничьи, фельдеперсы всякие. Накрутить для Doom Armageddon стрел или для Doom Mini. Как видите, ну, стандартная стрела, здесь все можно накрутить. У маленьких, для маленьких арбалетов, как правило, нельзя наконечник поменять, там все стрелы стандартные идут. А вот у Берхантера есть игла, и здесь как раз есть такая приспособа. Можно любой наконечник прикрутить. Так что пишите комментарии, какие наконечники вкрутить в какие стрелы. Охотничьи, я имею в виду. Для большого арбалета или для маленького. Подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарий. Всем пока, до новых встреч. Метатель все может.